поддержки. Этому Иисус хочет научить и нас, чтобы мы в течение вечера, утра могли обращаться к Иисусу и просить Его о том, чтобы Он дал нам силу и поддержку, как нам прожить этот день, как нам поступить, кому мы что должны будем сказать, кого-то поддержать, ободрить, возможно, с кем-то помолиться. Мы должны быть учениками в школе Иисуса Христа. Иисус оставил этот пример нам, чтобы мы учились у Его ног ежедневно в молитве и в изучении Священного Писания. Нам нужно приближаться к Иисусу Христу. Нам нужно не просто знать Иисуса, но нам нужно учиться быть похожими на Иисуса Христа.